Администрация и профсоюзный комитет открытого акционерного общества «Лида Агротехсервис» искренне поздравляет всех мужчин предприятия, пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны и труда с праздником – Днем защитника Отечества. От всей души мы вас хотим поздравить и пожелать всегда идти вперед и не бояться жизни смело править и отпускать напрасный груз хлопот. Вы наша сила, радость и опора. Вы наша вера в доброту и честь. С прекрасным днем вас поздравляем снова. Благодарим, что вы на свете есть. Давайте выпьем за мужчин, на то есть тысяча причин. Ну что б мы делали без них, любимых, близких и родных? За ними в день и час любой мы, как за каменной стеной, без объяснения причин. Давайте выпьем за мужчин. Во все года, во все века, как поговорка уверяет, у нас девчата поднимают четвертый тост за мужика. Мужчина муж, мужчина сын, он и надежда, и опора. Так что без лишних разговоров давайте выпьем за мужчин. Давайте выпьем за мужчин, на то есть тысяча причин. Ну что б мы делали без них, любимых, близких и родных? За ними в день и час любой мы, как за каменной стеной, без объяснения причин. Давайте выпьем за мужчин. Давайте выпьем за мужчин, на то есть тысяча причин. Ну что б мы делали без них, любимых, близких и родных? За ними в день и час.